eat. Good morning, my friends. Eat. How are you? Where are you from? From Russia. Russia. And from Kyrgyzstan. Guys. Russia, not Kyrgyzstan. Sorry. Cigar? Cigar? Yeah. No, thank you. We don't use the cigar. Eh? Yeah, we don't smoke. Сейчас находимся на Кубе, вчера прилетели. Ребята, привет. Довольно-таки тяжело прорывались через границу, и никто не верил в нашу путешественническую натуру. Проверяли кучу документов и уже хотели обратно разворачивать. Дастан, скажи что-нибудь по этому поводу. Есть что сказать? Ну, сколько у нас держали там? 4 часа. 4 часа? Каждого выдергивали по очереди и проверяли действительность, допрашивали томы действительности. По часу каждого. Что их волновало больше всего? Их волновало то, что являемся ли мы действительно туристами, не хотим ли мы пересечь границу. Вот главный их вопрос. Пусть пытались нас разговаривать, мы рассказали им правду. И тогда типа они нам смогли бы помогать. И тогда они нам помогут сами перейти, куда мы хотим. А в действительности, если им сказать хоть какую-то правду, то они просто упекут еще здесь куда-нибудь. Да. В общем, очень тяжело было прохождение границы. Это первый раз такое. С детьми, потому что мы не могли ни выйти, ни попить воду, ни детям купить что-то. В итоге нам удалось хоть как-то обговорить их, что хотя бы детям выпустить что-то купить. А так действительно было жестко. Да, граница, прохождение границы было очень затруднено. Hola! Buenos días! Guantanamera! De tu querida presencia! О, Guantanamera сейчас поет. ¿Cómo estás? Además, en la Biblia lo dice, pedir y se os dará, tocará y se os dará. La Biblia lo dice, pedir y se os dará, pedir y se os dará. Dastan, ¿no? ¿Почем взял здесь? Подарили. Добрый кубинский народ, да?